А сегодня в этот ролик школьник выбрал вот этих быстрых ребят. Они поставили лайк, написали комментарий. А чего ждешь ты? Давай-давай, ставь, все получится у тебя. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка, а также Донька. Мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва воришек». Какой Сиандр? Сегодня, ребята, мы с Носком попытаемся угнать крутые точки, выбрав байки, ну и, соответственно, ребята, навариться, подняться. И главное, задача это не нарваться на копов, потому что в последнее время что-то у нас получается. Поэтому, ребята, очень надеюсь, что все получится. А также, ребята, пишите в комментариях, как вам данная серия. Давайте наберем, ну, как минимум 500 комментариев за первые 3 секунды. 1, 2, 3. Кто успел написать комментарий, молодец. А мы, в общем-то, начинаем. Выбираем байки. Давай, тебе давай. Первому справа. А, Сирин, зависит число от 1 до 6. Сейчас ничего не воспроизводится. Чего? Назови число от 1 до 6. От 1 до 6. Назови число от 1 до 6. Да назови число от 1 до 6. Она не хочет, явно. Это 1. О, у тебя Акума. Слава богу, спасибо. Акума, так, окей. Ну, неплохо, неплохо. А назови число от 1 до 6. Теперь выбираем мне, в принципе. Ответ 6. О, у меня вот такой вот какой-то, типа, ну, а горный байк. В общем-то, для горного мужчины, горного байка, все хорошо. Понимаю. Ладно, короче, погнали, отправимся сейчас за готовим байки и начнем. Времени не так много, всего лишь 5 минут, поэтому я тебе желаю удачи и начинаем, братан. Да, я. А, ты на школу поедешь, а я, пожалуй, поеду вот сюда. Да, да. Ежу. Здравствуйте, девушка, с вами можно познакомиться? Я бизнесмен, у меня там личная компания Oriflame, как бы все дела. Понимаю. Личная компания Oriflame. Я вырезать надо будет, да, там как бы вот все дела, но... Потому что девчонка, я как бы хотел ее запудрить, а как минимум мозги. И забрать ее в Porsche, потому что Porsche это круто. Хотел. Хотел ее запудрить и ничего кроме как Oriflame не вспомнил, да? Там самое да. Классное, да? Я тебя понимаю, братан. Ну, как бы, братан, так, да-да-да, вот, так и бывает. Ладно, я на самом деле, знаешь, что сейчас нашел? Но. Нашел огромный... Maybach лимузин! Понимаешь? Я думаю, нашел огромный... Понимаешь? Что? Трын-тын-тын. Нет. Нет, слава богу. Я в итоге нашел чего? Просто Maybach лимузин. Огромнейший лимузин. Понимаю, ребята. А ты... думал, чеснок. Ну ладно. А, у тебя тоже, я думал, это тоже лимузин, а у тебя просто обычный мерс. Фу, фуфил. У меня тачка круче, понял, сам да? Ты фуфил. Не, фуфил ты. Ты фуфил. Так, фуфил, пока двери открыты, ты. Поехали дальше, ребята. Ты фуфил. Ты фуфил, ты фуфил. Выскочу, сейчас приеду. Подожди, я, короче, нашел просто офигенную тачку, которая тебе понравится. А, я такого не видел. Большие колеса, длинные баржи, короче, и корпуса, и еще только еще длинного не попридумывали. Что бы еще могло понравиться? Конечно. Конечно, как говорится, все, что естественно, не безобразно. А я застрял! Я застрял! Понимаю, давайте так вот поможем, Бугатти, все отлично, поехали дальше. В принципе, видал, что нашел? Неплохо. Охренеть, ты понимаешь, у меня Maybach золотой Бугатти на больших колесах, которые нет никогда в жизни ни у кого. Золотая! А еще и, собственно, Porsche, вообще четко. У тебя, фу, херня какая-то. Ладно, поехали дальше. Поехали, в принципе, дальше, тут есть что-то. Смотри, ты там как бы, говоришь, хочешь. Четырку нашел! Четырку нашел! Ну вот это прям хорошая машина, выбирай. Сейчас будет просто, смотрите, пацаны, сейчас будет белиссимо. Я думаю, никто никогда не ожидал бы такого. Смотри. Короче, ну, во-первых, у него угнали Бугатти, а во-вторых, это Бугатти наделала шума! Гамма! Ю-ху! Жевать шума гам принимает пармезан, да? Я, короче, ну, я минусанулся, но зато я жив, цел, и как бы да. Я угнал еще одну Бугатти, братан. Просто как. Да? Бугатька, кака. Да, как бы... Я тоже об этом подумал. Давай не будем. Давай не будем, просто продолжаем. Как бы просто продолжаем, ладно. Есть что-то еще прикольненькое? Боже. Не знаю. Что? Ёма, где мой крест? Фу, нечисть. Крест? Фу, нечисть. Как его? Ёма, пошел отсюда. Пошел отсюда. Я, короче, чтобы ты понял... Я увидел сиреноголового. Я в итоге... Я выкурил его. Я его, короче, гасанул просто бомбой огромной такой, да. Все, поехали дальше. В принципе, минус один сиреноголовый, а это хорошо. А то плодятся какие-то тут гомункулы, фурункулы всякие непонятные. Вот как бы надо их убирать. Да, Димки разные. Не, Димки не плодятся, к сожалению. Точнее, к счастью.
Понимаю. Тоже вырежем. В любой непонятной ситуации неси ножницы. Короче, о, а вот эта девочка мне нравится. Так. Hello, hello. Ты что побежала-то? Все же хорошо начиналось, блин. Ладно, окей, хорошо. Не умею я знакомиться с девушками, вот. Ну, не умею. Ну, ладно, похеру, насрать, я зато твой крузак заберу. Золотой просто в XR. Отлично, просто вообще замечательно. Не повезло с девушками, повезло с крузаком, да, так понимаешь? Конечно, да, блин, братан, когда я на таком крузаке приеду в клуб, все девушки будут моими. Я, блин, я смотрю просто, знаешь, я смотрю сегодня в будущее. Вот как бы, да. И в прошлое тоже успею посматривать. Все лишь в этом могут. Да, 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 ты прав, ты прав. Не каждый преисполнился еще в этом. Спасибо, мусорный бак. Я разложился через него, зато увидел и восьмую. Понимаю! Понимаю! Да, за то, что я нашел i8, точнее. Я, кстати, знаю, кто восстанавливает i8 в наше время, ребят. А вы знаете, а? Вот вы вот реально знаете после огромного ДТП. Вот пишите комментарии, если знаете. Вот, а мы как бы угнали уже седьмую машину. А ты тоже Бугатти нашел? А пятую сейчас восстанавливает. Ну, это другая. Кто? Восстанавливает А5? Не знаю. А, даже. Я понял. Я и забыл, братан. Я реально уже позабыл. Да, я тут ты мне напомнил, я такой вспомнил, думаю, ёма, понимаю. Не повезло. Да. Так, а тут. О, тут нету тачки. Так, хорошо, мне надо. А посчитай, сколько у меня получается же 7, правильно, до тачек? Мне нужно еще одну найти. Вопрос, где она? Вопрос, где она, где она? Тут нету ничего, да? Тут нету ничего. Нет, у тебя только 6. В смысле, 6? А, или вообще 5, нет, у тебя 5 машин. В смысле 5? У меня было 7! Ты куда тачки потаранил мои, а? Ты куда их перетаранил? Так, подожди-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, ага. Осталось найти последнюю машинку, вопросы, где же она? Давайте поищем, ребята, вместе с вами, как говорится, найти надо машинку. Нет. Обидно то, что время уже кончается, и я не знаю более мест, где бы я, ну, еще бы мог найти машину. Остается всего лишь 15 секундочек, как бы, если я найду, это будет круто, если нет, то будет печально, там пока я не вижу, тут тоже не вижу. Ай, что делать-то, где тачку искать? Где искать тачку? Ты что там делаешь-то? Пошел отсюда! Это моя тачка! Это моя тачка! Ты что делаешь-то? Это моя тачка средь бела дня! На тебе, fuck you, понял? На, понюхай. Палец воняет, кстати, а? Нет? Как... Я просто это... Когда Димон злой, вот он так обычно злится. Ай, блин, ну короче, спасибо за то, что привез как бы мою тачку, вот, спасибо огромнейшее. А, в общем-то, теперь ты мой личный водитель. А мы, ребята, угнали по 8 тачек, и получилось так, что... Ты нормальный? Вылазь отсюда быстро! Вылазь отсюда! Так, пересесть? Все, поехали. О, он едет еще, понял? Понял, смотри, я сейчас даже выйду, смотри. Смотри. Ты хотел утопить, ты хотел переиграть меня, а я переиграл тебя. Все, он изи, живой. Ты че? Ты че делаешь-то? Нормально. Не надо. Я же не на привязи. Мы с тобой останемся. Ай, понимаю, короче, ребята, ну вот это, вот, все, мы дуань. А ё-моё, ты еще подцепил, ну ты фуфел. Ладно, окей, хорошо, ребята, а мы сейчас посмотрим, что там за тачки и, конечно же, вернемся. Ну что же, друзья, у меня получается золотая Бугатти очень дорогая, золотой Мерседес вижу, он дорогой, вторая Бугатти, а вот что Брабус, ребята, крузак, Майбах, ай восьмая и Порше, у тебя, конечно, у тебя какие-то вообще фуфлиные дачки, вообще какие-то они беспонтовые, дешевые, да, ну что тут дорогого, блин, Вилар какой-то дорогой, ну это же вообще понтореска какая-то, ну реально же, да, ну в общем, ребята, пишите комментарии, сколько стоит хабар Доньки и хабар мой, а мы лучше пойдем и узнаем, кто лучший на испытаниях. Поехали туда. Давай попробуем. Ну а мы начинаем наше первое испытание. Это, ребята, спринг-гоночка. С копами, к сожалению, потому что нас спалили. И на счет 3. 1, 2, 3. Поехали! Давай. Желаю тебе удачи, братан. Вот, ну, вот честно. Вот,
Так как я тебя люблю, как братку, желаю тебе удачки. Ну и, соответственно, не угоди за решетку, иначе мне будет скучно потом. Да. Угонять крутые тачки, подниматься, пока ты будешь за решеткой, как бы, братан. Ну сам понимаешь, да? Слушай, да я уже поднялся, вот. Поэтому не пальчик. Ты уже поднялся куда? Я вижу, как ты поднял боты. Ну такое, братан, такое. Не, на самом деле, когда я поднимусь, я не забуду, с кем я ползал. Поэтому, братан, в принципе, будем вместе, как бы, понял, да? Подтяну тебя, не переживай. Ё-моё. Не, ну в таком случае я натяну тебя сейчас, подожди. Ты чё меня минусанул? Иди сюда, я сказал. Сюда подошел. Ага. Ты меня минусанул прямо сейчас, как бы развернул еще. Ничего не было. Какого хрена? Объясни, пожалуйста, блин. Ничего ты не чё, было, Вась, мы же с тобой вроде нормально общались. Сюда, иди, я хочу с тобой поговорить. Было, раз на раз давай выскочим. Слышь, тормози, блин. Да, тормози давай. Ты выскочи из машины своей, слышишь, ты, вафля. Я быстро на изи выскочу из машины. Ща, подожди. Ща, подъеду, догоню тебя. Чё ты убегаешь, чё ты убегаешь, я не понял? Ты чё, боишься меня, что ли, да? Да-да-да, я врезался чуть-чуть, понял? Ой, блин, ну давай догоняй ты, ё-моё. Карьера, блин. Карьера. Устрой мне карьеру, блин. Хотя бы тут карьеру мне устрой, я же в жизни не достиг ничего, как бы. Ну давай тут, хотя бы тут, давай догони! А, ты, в смысле, ты сзади? Я сзади. Я думал, ты спереди. Потом посмотрел на сценар, смотрю, ты сзади. О, хорошо. Не, брат. Хорошо. Да, там все вырезано, не переживай. То есть ты сегодня без спринт-гонки, типа старт и финиш, видимо, да, сегодня будет? Да, тут чисто старт и финиш. Я первый, да? Я первый! Да, а где финиш-то? У меня финиш был раньше. В смысле, нет, финиш вот здесь, как обычно. Ну, тут мы да всегда тормозили. Да ты что, какой там? Всегда тормозили здесь, ну чё ты? Привет, ну, брат. Нет? Да какой, ну, так ты подлетел на камнях, а я-то проехал мимо. Короче, ребят, напишите в комментариях, кто победил, потому что схватка была максимально одинаковая. И я не хочу отдавать ему балл, поэтому победил я, да? Хэштег Димка победил. Отправляемся тогда, ребят, на второе наше испытание. А мы продолжаем, ребята, второе испытание. Это шашки Крузак против Джеска 3-2-1. Поехали! Ну ты давай, не жести, братан, давай. Ты не жести, не переживай. Все в этой жизни будет хорошо. Я не жести. Ёма, ты полетел. Пока в целом. Пока в целом. Ёма, простриг! Подстриг! Я, короче, парикмахером заделась, понял. Машинным, правда. Размотало. А я машинам. Поехал вообще хорошо, да, все замечательно. Неплохо. Ёма, хера я его... О, вылетел из трачки прямо на трассе, понимаю. Я когда хотел заработать, понял. На-н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 а-
себя. Тормози! Господи, уже 3 года, охренеть. В натуре. Как я тебя терплю, вообще непонятно. Да вообще. А ты только здесь? Серьезно? У меня есть все шансы. У меня челик просто брейкданс танцует в воздухе, понимаю. Вот это было прикольно. Да? Да-да-да. Неплохо, неплохо. Не, ну, братан, ну это не ловится, это явно уже мой балл, потому что я думаю уже, ну как, не получится же, как в автоугонах сейчас, блин, начну тоже выпендриваться, кстати, да. А то потом в конце на ровном месте развернусь. Кто смотрел эту серию, хотя вы никак не могли посмотреть, потому что она будет в будущем, ребят, обязательно смотрите, там вообще такой был эпик трэш. Все, доехал, изи, как бы. Первый мой балл, да, как бы это приятно не звучало, но мы отправляемся, ребята, на следующее испытание. Следующее испытание, ребята, это по стрелушке. Самый длинный майбах в мире против непонятно кого, акула вроде. Поехали! Главная задача давай, выжить давай, давай, и... Давай. И взорвать тебя, братан. Просто взорвать, понял, да? Понял, да. Ты понимаешь, что, ну, ты сейчас нарываешься, типа, ну, как бы за майбахом обычные люди не ездят, как бы обычные смертные, понял? Ну, так и за МГР смотри, тоже, как бы, знаешь. Смотри, то ты смертным станешь, если ты сейчас, как ну, бы, это, ну... загорелся у меня, серьезно? Я взорвался, как? Я же даже ни чека, ни хера не было. Что? Понимаю, видимо, а сколько тебе оставалось? Подрешить его. У меня рычаг горит, поэтому недолго, скорее всего. Понимаю, ну типа вот с калаша. Керак, херак, 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 херак. Не живой еще. Не, я бы не взорвал тебя. Да, а вот что загорелся, да, понял. Не, взорвался. Окей, 1-1 по баллам, ребята, а мы отправляемся на следующее испытание. Давай, давай. Итак, ребята, следующее испытание это дерби. Бугатти против Мерседеса, погнали, попробуем. Давай, мне давай, кажется, будет поехали. Интересная битва, поэтому, ребята, ставьте лайки заранее. Кто еще не поставил, потому что... Вот это сейчас было неплохо. Поехали дальше. Давай. Я, конечно, понимаю, что ты быканул, но типа, братан, на каждую бычку найдется отмычка. Ага. Ну, да нет. Да. Да, обидно. В принципе, неплохо. Ну, вообще не было шанса тупо Бугатти какая-то овощ на самом деле. Огромные колеса себе, поставили, да. А тяжесть не завезли. Обидно, окей. А 2-1 по баллам, отправляемся на следующее испытание. Давай. Следующее испытание, ребята, оффроуд гоночка. В общем-то, Вилар
против, собственно, Мерседеса. 1, 2, 3. Угу. Поехали. Давай. И... Нормально стартанул ты. Так, неплохо. Ну, не лучше, чем я. Не лучше, чем ты? Нет. Ну, нет. Такому будет ответ. Ой. Тихо. Поехали. Отлично. Хорошо. Ты плаваешь, да? Ну, есть чуть почуть, да. Да ты что творишь, блин? Да я притормажу, давай, поехали. Отмычка ты. Туфлиная. Слышишь, ты? Понятно, тогда не буду притормаживать. Там кого? Ты два раза меня минусанул. Сейчас тебе отвечу, подожди, иди сюда. Да ты не догонишь, брат. Сейчас я тебе отвечу, подожди. Сейчас, подожди. Не догонишь. Да подожди, да стой ты. Я жду. Куда ты убегаешь, ты не понял, а? Че, очкуешь, да? Стою. Очкуешь, да? Как говорится. Да. Понял? Я понял, но как бы, братан... да, понял, у меня просто проблемы, у меня на поворотах она разворачивает. Да забей, я да, такое. Такое, но подожди, сейчас ты ошибешься, как минимум врежешься во что-нибудь, и я думаю, что все получится, да? Да, или нет же? Да, я врезался. Ё-ма! Ага, я понял. Не, что-то как-то... Еще раз. Что-то как-то ты на Веларе очень хорошо ушел, я понял. Так вот рассказываешь, врезался, ни разу не врезался. Не, Vision тоже неплох, просто вот его повороты, развороты на поворотах, это прям такое себе печально. Ладно, очередной твой балл, 3-1 по баллам, а мы, ребята, отправляемся на следующее испытание. Давай, поехали. И следующее испытание — прыжок Веры и две Бугатти. Чирон, правда, реактивный против очень быстрого Верона. А попробуем. Давай. Юху! Пока, чивая перьями на шляпах. Ловил я ветрячок. Да, короче, ребята, сами понимаете, это мой первый балл. Окей, переходим на вторую попыточку, потому что, я напоминаю, здесь надо выиграть два раза, тогда это испытание будет засчитано. И я очень надеюсь, что меня сейчас не цепанет ветряк. Как минимум... Собака! Пап! Меня тоже цепанул. В шляпе прям надавал. Ух, слава богу. А, ты встал. Да. А это значит, что это, ребята, мой балл. 3-2 по баллам. Отправляемся на последнее наше испытание. Давай. А мы продолжаем последнее наше испытание. Краш-тест, друзья. Гелик против РС 7. Блин, жизнь бы такую РС 7, прикинь бы, да? Херячь на ней 300, блин, вообще изи было бы, да? Прикольно это было да, бы. Это да. Но, ладно. Как говорится. Уай! Всему свое время. Всему свое время, ребята. Все будет, главное желать и верить. Поедем сегодня, блин, гелик, а? Ты же шестиколесный. Он же шестиколесный, но хотя бы не восьмиколесный, тоже радует. Да можно присобачить, не переживай. Да? Можно еще дополнительную ось бахнуть на перья, чтобы вообще не поворачивал. Давай. Ой, хорошо, видал, да? Вот это вот только гелик может, и Димка. Как бы тебя объехать так, чтобы не цепануть? Допустим. Да все равно цепану. Ну, конечно, я еще тормознусь из-за тебя, фуфлина. Да иди ты! А камни есть? А камни выйдут сегодня? А я в камни врезался. Да, ты меня тормознул, я в камни, потеряв инерцию. Вот это обида, боль. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Такая серия у нас получилась. Пишите комментарии, что там за спринт, кому балл достается. А также не забывайте подписываться на инстаграмчик. Напишите в комментариях, кто уже подписан и кто смотрел новые мои посты. Всем удачи, ребята, всем хорошего настроения. Всем пока, друзья. Пока, ребята.